один раз увидеть, чем 100 раз услышать про Свет ТВ сегодня на открытии модельной школы Queen's Model School. Итак, давайте же познакомимся с основательницами и директорами этой замечательной модельной школы. Девушки, здравствуйте! Здравствуйте, Юлия, меня зовут Наталья. Здравствуйте, меня зовут Алина. Девчонки, я вас поздравляю с открытием. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея создания модельной школы и в чем ваша изюминка? Каждая девушка с детства мечтает стать принцессой, но в силу разных обстоятельств не может раскрыться. И мы создали нашу школу для того, чтобы показать, что каждая девушка может стать королевой. Вот как-то так. Отлично. Алина, скажите, пожалуйста, ваши слова. В чем может быть ваша изюминка? Как вы видите ее в открытии вашей школы? Я считаю, что из обычной девушки можно сделать настоящую королеву. И я думаю, мы это доказали на конкурсе красоты «Королева Черноморского побережья 2015». Наверняка. Как и всех, интересует самый главный вопрос. Какие же дисциплины будут преподаваться в школе, модельной школе Queen Model School? Девчонки, расскажите, преподаватели, курсы, все, чем будет насыщена жизнь вашей модельной школы. Команда наших профессионалов научит девушек грациозно двигаться по подиуму, также фотопозирование, пластика, визаж, самостоятельно делать прически и преподносить себя в обществе. И наверняка любая модель хочет попробовать себя на международных подиумах, поэтому это очень актуальная тема. Расскажите, с кем вы сотрудничаете и что ждет самых главных моделей и доблестных учениц вашей школы впереди? Какая им светит карьера? Ну, на данный момент мы сотрудничаем с московским модельным агентством Fashion Media Group, а также орловским региональным агентством, первым региональным агентством Lux. С конкурсами красоты мы сотрудничаем «Национальная корона России», «Королева бикини России», международным конкурсом «Мисс Черноморское побережье» и являемся сами основателями конкурса «Королева Черноморского побережья». Самый интересный вопрос, который интересует наверняка всех, что же будет дальше? Какое громкое мероприятие состоится в рамках проекта модельной школы Queen's Model School? Вот уже в апреле месяце девушки поедут вместе с нами в Москву на самое модное мероприятие Fashion Model Market, в котором примут участие известные дизайнеры, модели. Также девушки будут участвовать в показах, примут участие в различных мастер-классах. Также хотела сказать, что наше агентство номинируется на лучшее модельное агентство в России. И я надеюсь, что мы приедем с наградой, не с пустыми руками.